Такое вот пришло укулеле с Бангуда по отличной цене, кстати, всего 25 баксов или 1500 рублей. Корпус сделан из сапели или сапели, накладка грифа палисандр. В описании также указано, что гриф из красного дерева, махагона, то есть, ну, я сомневаюсь, на вид похоже, что то же самое сапели, но кто знает. Если бы не описание, лично я бы решил, что вся вообще укулеле из краснухи. Причем я был бы недалек от правды, ведь из-за свойств близких к махагоне, сапели часто называют африканским махагони. На верхней деке сразу же бросается в глаза необычное решение. Не просто круглое резонаторное отверстие, как обычно, а красивая вырезка, и приправлено это все лазерной гравировкой. Выглядит необычно и очень красиво. Из-за небольших резонаторных отверстий я думал, звук будет не очень громким или звонким, но я ошибался. Четыре небольших колка, обычные китайские колки, как и на всех китайских гитарах. Высота струн от грифа у верхнего порожка 2 мм, а возле деки около 5, что, насколько я знаю, является приемлемой нормой для укулеле. Бридж, он же струнодержатель, тут не пластик, а натуральное дерево. Размер укулеле 21 дюйм, а длиной она всего 54 сантиметра, и вот так выглядит с полноразмерной электрогитарой. В общем, если вы искали недорогое качественное укулеле, то это оно. Сделано укулеле очень качественно, отличный звук и красивый внешний вид благодаря естественному цвету дерева и тонкому слою лака. А дополняет все это красивая фрезеровка резонаторных отверстий с лазерной гравировкой. И у этого всего отличная вменяемая цена всего в 25 баксов. Так что всем категорически советую и рекомендую. Ссылка внизу в описании.